зарезервировать сразу и на месте дату для бракосочетания. Такую возможность имели пары, посетившие выставку Wedding Expo 2018. Эту возможность им предоставила заведующая ЗАГСом Даугавпилсского края Валя Юркяне, которая была приглашена в качестве лектора на семинар «Мифы и реальность свадьбы моей мечты». Семинар стал частью масштабного мероприятия, где свои работы и услуги, а также последние тенденции представили специалисты, работающие в свадебной индустрии – визажисты, музыканты, диджеи, ведущие, оформители, фотографы, операторы и многие другие. От запонок до свадебного путешествия с таким ассортиментом товаров и услуг могли ознакомиться посетители выставки. И еще в качестве бонуса получить совет, как сделать это важное событие незабываемым. Галина Бобулева работает в свадебной индустрии уже 18 лет. И организацию свадьбы сравнивает с ремонтом в доме. Главное – найти взаимопонимание. Вот мы решили, а есть те, у которого есть я. Вот я в этом смысле не должно быть, потому что это ваша совместная свадьба, она должна нравиться обоим. Это первое правило. Второе правило, вот как, например, во Франции готовится за 2 года к свадьбе, да, те, кто готовится заранее к свадьбе, они продумывают все, и всякие мелочи, всякие детальки. Третье правило, я всегда молодоженам об этом говорю, самое важное, что в этот день от вас должно исходить счастье. 7 месяцев. Такой срок дали себе влюбленные Надежда и Станислав на подготовку свадьбы. Пару можно назвать показательной. Они уже практически все продумали. Уже куплены кольца, бокалы, заказаны места. В основном все у нас заказаны, только видео осталось. Участие Надежды и Станислава в выставке скорее связано с профессиональной деятельностью жениха. Он музыкант и знает нюансы, которые, может, и не являются обязательными, но помогают закрепить приятное впечатление от свадебного торжества. Очень приятно, когда милые конечно, подарочки когда хотя бы кому-то каждому уделить внимание. Да. Да, каждому уделяют внимание, это очень приятно, конечно. Даже персоналу, который работает у вас на свадьбе. Да, главное не забыть никого. Сколько пар прошло перед заведующей ЗАГСом Даугавпилсского края Валерии Юркяне за 25 лет ее работы в этой сфере не сосчитать. За эти годы качество церемонии регистрации брака выросло в разы. И оформление зала, и музыкальное сопровождение раньше этого не было. Только чувства, возникающие во время церемонии, всегда одинаково сильны. Плакать не плачу, я не имею права этого делать, да. Но бывает, да, что слезы у меня, особенно когда в собственной жизни какие-то тяжелые моменты, я уже тоже человек, я не железная, мне тоже тяжело это переносить, всякие нюансы, которые связаны с родителями. Сейчас многие пары приходят с запросом, чтобы их свадьба отличалась от всех остальных. Однако, несмотря на пышность торжества, именно искренность чувств влюбленных и радость самих гостей всегда были и остаются главным украшением свадебной церемонии.